Еще одна казахстанская вакцина от коронавируса проходит клинические испытания. Над разработкой препарата под названием CAS-CoV-P ученые научно-исследовательского института проблем биологической безопасности работали целый год. Его будут испытывать в два этапа. На данной фазе испытаний привлекают добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Перед вакцинацией они должны будут пройти тщательный медосмотр. Всего же в исследованиях примут участие 244 человека, 44 в рамках первой фазы и 200 в рамках второй. На первом этапе мы должны вакцинировать 44 человек. Сейчас идет набор участников испытаний. Сначала всех желающих проведем через скрининг. Он позволит выявить различные заболевания, аллергию и так далее. К тому же у всех вакцин от коронавируса могут быть побочные эффекты. Это и температура, и слабость. 22 добровольца будут вакцинированы вакциной, а 22 добровольца будут вакцинированы плацебо. И будет изучаться первое – это безопасность, второе – иммуногенность. А на второй фазе, где будет 200 человек, будет изучаться иммуногенность и безопасность. Плацебо – это для сравнения используется. Это мы используем натрий хлорид. Мы должны знать, как влияет на организм человека именно вакцина в сравнении с, образно говоря, с пустышкой. Вакцину уже испытали на животных, однако исследовать препарат на людях тяжелее, потому что у каждого свое иммунологическое состояние. Влияет также возраст и место проживания, говорят специалисты. В случае успешных клинических испытаний CAS-CoV-P будут вводить промежутком в 21 день. Также ученые сообщили, что в институте работают еще над тремя вариантами вакцин против коронавируса.